С вами Дерек и Хиллари Уокер из Библейской церкви Оксфорда. И сегодня мы хотим поделиться с вами некоторыми принципами молитвы. Это изменит вашу молитвенную жизнь и поможет жить в присутствии Божьем. Чтобы войти во дворы Божьи в молитве, мы должны обратиться к фундаментальному учению нашего Господа Иисуса Христа – молитве «Отче наш». Давайте откроем Матфея 6 главу и начнем с 9 стиха. «Молитесь же так, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь. Знаешь, интересно, что он говорит «молитесь же так». Это не похоже на другие молитвы в Библии. На самом деле, это шаблон молитвы. Да. Я считаю, что мы должны серьезно относиться к этому. Эта молитва не просто выделена. Есть множество хороших молитв, которыми мы можем молиться. Это могут быть молитвы за наши нужды, за страну. Мы можем исповедовать наши грехи, возлагать заботы на Господа. Есть множество вещей, о которых мы вспоминаем в молитве. Но все это не будет работать, если мы не будем делать этого в присутствии Божьем. В первую очередь, мы должны войти в Его дворы. А как мы входим в Его дворы? С хвалой, ведь так? С благодарением и поклонением. Мы приходим в Его дворы, почитая Его имя. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Мы не должны упускать это. Мы должны убедиться в том, что мы сознательно вошли в Его дворы, почтив Его имя. И тогда мы можем говорить с Богом и о других делах. Я считаю, что мы должны делать ударение на этом. Мы обращаемся не просто к Богу, мы обращаемся к нашему Богу, нашему Отцу, который любит нас. Мы Его дети. И когда мы входим в Его дворы, мы начинаем видеть Бога и себя такими, как есть. Мы не просто случайные организмы, мы Его дети. Он любит нас. Мы должны принять это в свое сердце, прежде чем мы перейдем к другим молитвам. В противном случае ничего не будет работать. Мы можем находиться под духовной атакой, но сказано, чтобы мы подчинились Богу, а затем противостали дьяволу. Возможно, сейчас вы под атакой и хотите получить что-то от Бога. Возможно, на вас давит бремя проблем. И лучшее, что вы можете сделать перед тем, как напрямую затронуть эти вопросы, это просто прийти во дворы Божии. Скажите: «Ты мой Отец Небесный, я поклоняюсь Тебе, я почитаю имя Твое». Ведь когда вы приходите во дворы Божии, то все эти вещи станут меньше, и вы это увидите. Вы примете благодать от Божьего присутствия, от Его престола, от Его благодати, и будете знать, как молиться об этих вещах и как разбираться с ними. Сначала вы должны покориться Богу, и тогда вы сможете противостать лукавому. И все это сработает намного лучше, потому что вы будете делать это с присутствием Божьим. Мы должны начинать наши молитвы так, как говорит Господь: «Отче наш, живущий на небесах, да светится имя Твое». Благодарение, хвала и поклонение. Когда мы говорим «Отче наш», то должны понимать, что это означает. Это говорит о близости. Он не просто Бог, но Он мой Отец. Также это почтение. Это ребенок, который обращается к своему отцу с почтением. Он является для него высшей властью. Мы приходим в присутствие суверенного Господа, но это семейная молитва. «Отче наш, живущий на небесах». Когда Иисус говорил эти слова, то только Он мог повторить эту молитву. Ведь до креста, технически говоря, они не были рожденными свыше, детьми Божьими. Но Иисус ожидал Нового Завета, который принесет своей кровью. Он ожидал этого. Это молитва для нас, потому что мы действительно можем молиться так: «Отче наш, Ты мой Отец, живущий на небесах». Да. Мы можем приходить в Его дворы как дети, слава Богу. Но когда Иисус говорил это,
то это были радикальные слова. Это была радикальная близость. Уверен, что другие думали, что обращение Иисуса «Авва, Отчим» было весьма дерзким. Но, будучи рожденными свыше, наш Дух взывает «Авва, Отчим». Слава Богу! Потому что Он освободил нас от оков. Когда мы говорим «на небесах», то как думаешь, о чем это говорит «на небесах»? В месте абсолютной силы. Превыше всех. Да, превыше всех. Мы часто фокусируемся на земном, не так ли? А должны на небесном. Да, ты прав. Мы должны понять нечто важное. Когда мы летим на самолете, то вещи, которые казались нам такими большими, внезапно становятся маленькими. Мы видим все сверху, по-другому. Да, совершенно верно. Сказано, что когда мы ожидаем Господа, мы поднимемся, как орлы. Когда мы фокусируемся на Господе, складывается такое ощущение, что мы поднимаемся одесную, и тогда мы можем видеть с Его точки зрения и знать, что именно нам делать. Слава Богу! Он на престоле. Мы можем думать, что для нас это плохо, трудно, но Бог на престоле. Наш Отец Небесный имеет все ответы на то, в чем мы нуждаемся. Дальше в молитве говорится «Да светится имя Твое». Это то, чему посвящено наше учение. Что значит «светить Его имя»? Мы должны знать имена Божии и светить их. Это и есть суть нашего поклонения и хвалы — светить Его имя, возносить, провозглашать Его имя святое. А когда мы провозглашаем Его имя, будучи Его детьми, мы разделяем Его имя. Вопрос не только в Господе. Хвала — это провозглашение имени Господа. «Господи, Ты могуществен, Ты велик, Ты праведен, Ты силен. Ты — любовь, благодарение». Это то, что связано с нами. Его имя — это не просто описание Его. Оно также связано с нами. Я хочу объяснить вам разницу. Я могу сказать, «Господи, Ты праведен». Но я также могу сказать, что, будучи Его ребенком, через кровь Иисуса, «Господи, Ты моя праведность». «Господи, Ты силен». «Но Ты дал мне свое имя». «Ты моя сила». Слава Богу! Боже, Ты мир, полон мира и благословений. Но, Господи, Ты также мой мир, мой шалом. Господи, Ты полон здоровья, совершенен. Но Ты также мой целитель. Хвала — это провозглашение Божьего имени. Но в то же время мы начинаем благодарить, применяя все это для себя. Светить Его имя значит провозглашать «Господи, Ты праведен, и Ты моя праведность, Ты всемогущий, и Ты также моя сила, Ты моя крепкая башня, Ты мудрый Бог, и Ты моя мудрость, слава Ему, Ты мой Спаситель, моя скала». А вот что мы делаем, когда мы светим Его имя. Он наш Небесный Отец. Мы несем Его имя. Слава Богу! И когда мы начинаем молиться так, то в наших сердцах мы принимаем истину о том, кем является Бог в нашей жизни и кто мы в Нем. И когда это укореняется в наших сердцах, мы готовы к другим молитвам. Но если мы не сделали этого, мы молимся по плоти. Итак, сначала мы должны войти в Его дворы, светя Его имя. Мы хотим показать вам некоторые имена Божьи. Но для начала я хочу сделать ударение на то, как нам войти во дворы Божии. Иисус дал нам ключ к этому в Евангелии от Иоанна. 4 глава, 23 и 24 стихи. Он говорит, «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Он говорит, что настанет время, потому что новое излияние после того, как Он умер на кресте и воскрес из мертвых, когда мы можем родиться свыше и познать Бога, поклоняться Ему, все это наступило. Но Он также говорит «и настало уже». Как это случилось?
в личности Иисуса, Он уже функционировал в этой реальности. Он был Сыном Божьим, и Он поклонялся в Духе и в истине. Он привел нас в те же отношения с Отцом, которые уже были у Него через Его смерть и воскресение. Сказано, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. В этом и скрыт ключ в Духе и истине. Слава Богу! Он Отец наших духов. Мы рождены свыше. Мы можем иметь близкое общение с Ним, но также в истине. А что такое истина? Истина — это Его имя. Например, я могу и не быть в духе, когда только проснулся утром. Ты знаешь, что мне сначала нужно выпить чашку кофе. Я могу и не ощущать этого, но я все равно могу начать поклоняться Богу, двигаясь в истине. Да, да. Если я начну двигаться в истине, то вскоре перейду в дух. А я перехожу в истину, когда начинаю провозглашать истину о Боге. «Господи, Ты моя праведность сегодня, Ты моя победа сегодня, Ты мой мир сегодня, Ты моя сила сегодня, слава Богу, Ты моя скала, мой щит». И когда я начинаю провозглашать истину о Боге и о том, кем Он является в моей жизни, я начинаю ощущать, как Дух Божий движется в моей жизни. Мы начинаем с провозглашения истины. А вот что означает освящать Его имя. Слава Богу! Истина имени Его. Давай посмотрим на некоторые имена. Как думаешь, с чего мы можем начать? С чего начинаешь поклонение лично ты? Я начинаю с Элохим. В Бытие 1.1 мы видим Божье имя Элохим, всемогущий Бог, Творец неба и земли, Царь Вселенной, Создатель огромной Вселенной. В церкви ты учил о творении и о том, как оно удивительно. У нас есть пес Бен. Ему сейчас 15 лет. Это большая собака, но она стала хрупкой. Мы с Беном встаем рано утром в 5 утра, когда еще очень темно. Он не хочет гулять сам. Мне приходится выгуливать его. Итак, я беру фонарик, чтобы прогуляться в саду. И рано утром, когда еще темно, можно увидеть луну и звезды. Для меня это просто удивительное зрелище. Я смотрю на небо. Рядом никого нет. Все спят. Звезды сияют. Это один из моих любимых периодов. Я поднимаю руки к небу и говорю: «Господь Бог, Ты Царь Вселенной. Ты Господин всего. Ты всемогущий Бог-творец, создавший меня. И когда я смотрю на небо, то выгляжу такой маленькой. Я думаю: Бог-отец, Ты так чудесен. Тебя волнует каждая деталь моей жизни». Я всегда смотрела на Луну и думала: ну, Луна и Луна. А потом я узнала через твое учение, что Луна влияет на гравитационную силу Земли. И если бы не она, то мы находились бы слишком близко к Солнцу и сгорели бы, либо слишком далеко, и тогда бы мы замерзли до смерти. Я думаю, это просто удивительно. Знали ли вы, что Земля вращается со скоростью 660 тысяч миль в секунду? Мой мозг не в состоянии осознать это. Я подумала: Бог удерживает все это силой своего слова. Всемогущий, Элохим, Творец. Без этого мы бы улетели в глубины космоса и погибли. Каждое утро Его милость и благодать обновляются для нас. И осознав это, я начала поклоняться Ему. Когда я выхожу на улицу с фонариком, а там холодно, то я не ощущаю особого подъема. Но к тому времени, когда мы заканчиваем прогулку в саду, я поклоняюсь Господу верой. На самом деле очень здорово видеть эту иллюстрацию на небе. Элохим. Итак, мы начинаем с поклонения Богу-творцу. «Господи, Ты всемогущий Творец, Ты любишь меня». Вначале Бог создал небо и землю. «Боже, Ты создал все, Ты создал меня.
Ты силен и могуществен. Мои проблемы просты для тебя. Часто мы видим, что молитвы в Библии начинаются с проявления почтения Богу Творцу, освящения имени Элохима. Это то, с чего мы начинаем нашу молитву. И это напомнило мне о восьмом псалме. Знаешь, я тоже вспомнила о восьмом псалме. Там сказано: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу». В английской Библии там стоит «сила». На самом деле, в Новом Завете это слово переведено как «хвала». Когда мы провозглашаем Его имя, «О Господь, как величественно имя Твое по всей земле», провозглашая величество имени Его, мы возносим хвалу, не так ли? Он устроил эту хвалу. Мы не обязаны быть духовными гигантами, чтобы делать это. Мы при этом можем быть младенцами. Да. Там так и сказано. И это устроил Он. Он делает нас сильными в духе. Когда мы начинаем прославлять Его имя, сила приходит в нашу жизнь. Там сказано: «Ради врагов твоих». Это весьма странно. Не находишь ты этого? Да. «Дабы сделать безмолвным врага и мстителя, когда взираю я на небеса, дело рук твоих». Это удивительная вселенная, дело его перстов, его пальцев. «На луну и звезды, которые ты поставил. Так что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Это удивительно. Бог создал всю эту вселенную для нас. Да, так и есть. Это удивительно. Человек — венец творения. Мы интересны. Он создал эту удивительную вселенную для нас. Но надо же. Это позволяет нам перевести фокус себя на Господа. Интересно, что там сказано, чтобы мы начали прославлять Бога как младенца, провозглашая величие Его имени и то, насколько удивительно Его творение. Надеюсь, вы уже поняли, что люди не эволюционировали, а были созданы Богом, который любит вас. У Него есть план на вашу жизнь. Вы можете прославлять Его. В противном случае вам остается лишь прославлять себя. Сказано, что когда мы прославляем Бога, мы делаем безмолвным врага. Возможно, сейчас вас угнетают. Лучшее, что вы можете сделать для своего психического здоровья, это уделить время прославлению Бога, освящению Его имени. Возможно, вам не понадобится освобождение, лекарство или что-то там еще. Все потому, что вы приняли лекарство прославления. Просто прославили Бога, позволили Его славе и присутствию заполнить вашу жизнь и освободить вас. Мы должны светить имя Творца, суверенного Бога. Это будет отталкивать силы тьмы от нас. Кроме того, когда вы прославляете Бога и поклоняетесь Ему, вы разрушаете идолов в своей жизни. Есть духовный закон, о котором Павел говорит в послании к Римлянам, 1 главе. На самом деле мы сотворены для поклонения. И когда мы перестаем поклоняться Богу, то начинаем поклоняться чему-то другому. Мы даем этим вещам красивые имена, вроде зависимости и прочего, но на самом деле мы поклоняемся идолам. Мы фокусируемся на них и думаем, что не можем быть счастливы без них. Но на самом деле это поклонение принадлежит Богу. Можешь прочитать Римлянам 1 главу, 20 стих? Дорогая, начни. Хорошо. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога?» Не прославили Его как Бога. Отказались поклоняться. Да, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Им нужно было поклоняться чему-то. Они отказались признать Бога в качестве Творца и решили сфокусироваться на чем-то еще. И они выбрали творение.
а это и есть идол. Безусловно. Ты говорил об этом. Если тебе кажется, что ты не можешь быть счастлив без какой-то вещи, например, некоторые парни говорят, «Я не могу быть счастлив, пока не женюсь». Эта вещь стала для них идолом. Идол — это то, что стоит между вами и Богом. Итак, 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, птицам, четвероногим и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Интересно, что он говорит о постепенном переходе к неправильному поведению. Но корень проблемы еще до идолопоклонства и похотей. Корень проблемы кроется в том, что они перестали поклоняться Творцу. И это стало началом их падения. Если ваша жизнь сейчас движется не в том направлении, то ответ кроется в том, чтобы вернуться к началу и начать поклоняться Богу. Пусть это будет вашим главным приоритетом. Поклоняйтесь Богу. «Отче наш, живущий на небесах, да светится имя Твое». Уделите дополнительное время поклонению Богу, пока вы не вернетесь в правильное положение перед Богом. Ведь пока вы не вернетесь к Богу, ничто в вашей жизни не будет работать как нужно. Следующее имя из Библии — это Адонай. О, я обожаю это имя Бога. Адонай, мой Господин, мой Владелец. Иисус искупил нас силой Своей крови. Я принадлежу Ему. Я была куплена дорогой ценой. Я не принадлежу себе. У меня нет права жить, как я хочу. Я обязана всем только Ему. И поэтому я говорю: «О, Адонай, я принадлежу Тебе. Ты мой Господин, мой Бог. Я отдаю себя Тебе. Сделай меня благословением сегодня. Покажи, чего Ты хочешь, какова Твоя воля». Знаешь, я просыпаюсь утром и говорю: «Что я могу сделать для Тебя, Адонай?» Это не то же, что сказать: «Вот, у меня есть список, чего я хочу от Тебя, Боже». Это меняет перспективу. Он поддерживает нас. Иногда я осознаю, что начинаю уходить с верного пути. И тогда я говорю: «Адонай, прости меня. Я ничего не знаю». И постоянно рассказываю что-то тому, кто знает все. «Адонай, я буду молчать в Твоем присутствии». Бог не наш слуга, это мы Его слуги, ведь так? Да, все верно. Я именно это и хотела сказать. Ты читаешь мои мысли, Дерек. Какой замечательный у нас разговор. Мы должны светить имя Адоная. Мы должны напоминать себе о том, кто такой Бог. Наш Отец Небесный, наш Господь. Он выкупил нас, слава Богу. Есть еще одно чудесное имя, которое особенно актуально, если вы в слабости. Возможно, вы пробовали сделать все своими силами. Вам нужно встретиться с Эль-Шадаем, начать уважать имя Эль-Шадая. Об этом говорится в Бытии 16 и 17 главах. Бог пообещал Аврааму сына. Авраам решил действовать по плоти и помочь Богу сделать сына своими силами. Но Бог хотел сверхъестественным образом дать ему сына через Сару. А он решил получить его через Агарь. В конце Бытия 16 главы, когда ему было 86 лет, сказано, что Агарь родила ему Измаила. Это пример того, когда Авраам пытался получить сына своими силами. Интересно, что в следующем стихе сказано, что Аврааму было 99 лет. Библия пропускает 30 лет, словно их и не было. Почему? Потому что Авраам потерял общение с Богом. Он пытался сделать все своими силами. Но это не сработало. 99 — это символ. 9 — это число конечности. Авраам дошел до своего предела, предела своих сил. Иногда мы должны дойти до конца и понять, что мы не можем сделать этого своими силами. Я пытался, но потерпел неудачу. Это хороший момент для встречи с Эль-Шадаем. Сказано, что Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий». Буквально, «Я Эль-Шадай. Ходи предо мной и будь непорочен». Он говорит: «Хватит делать все по плоти.
ходи в общении со мной. Я Эль-Шадай. Я Бог, которого более чем достаточно. Положись на меня. Эль-Шадай — это имя Божие, которое говорит о пределе наших сил. Мы полагаемся на Эль-Шадая, Бога, которого более чем достаточно. Сказано, что Авраам упал на свое лицо. Он поклонился Богу, подчинился Эль-Шадаю. Тогда Бог сказал, «Я изменю твое имя на Авраам». Божие дыхание, Божий дух стал частью его имени. От Авраама к Аврааму. Когда вы подчиняетесь Эль-Шадаю, вы получаете его силу в своей жизни. Это откровение Эль-Шадая. Когда мы слабы, он силен. Господи, я прихожу к Тебе в своей слабости. Я перепробовал все, но не могу. Я полагаюсь на Тебя. Ты мой Эль-Шадай. Ты Бог, которого более чем достаточно. Боже, я благодарю Тебя за то, что наполнил своей силой в моей слабости. Твоей благодати достаточно для меня. Твоя сила совершается в моей немощи. Приходите к Нему и почитайте Его как Эль-Шадая. Познайте Его как Бога, которого более чем достаточно.